друзья, сегодня мы приветствуем вас на Киевском вокзале возле торгового центра Европейский. И если смотреть на торец торгового центра, слева от нас вокзал. Мы вчетвером. Я, Бобик, Маша и Чапа. Давай я тебе покажу. Вот Машенька с Чапой. С Чапой. Чапа принимает пожертвования для приюта. Спасибо всем, кто к нам спешит. Два костюмчика вот эти. Ух ты. Нарядные такие. Давай, маленький крышет. Сегодня у меня мех. Я сегодня все тепленькое привезла. Здравствуйте. Это коврики? Теща связала, красота какая, да. Смотрите, какие. Она просто сейчас видео меня попросила привезти. Покажи, покажи, Маш. Смотрите, какие коврики. Рукодельница, спасибо большое. Как вас зовут? Меня Павел. Павел, очень приятно. Я Виктория. Ирина Михайловна. Это Маша. Ирина Михайловна, спасибо. Ирина Михайловна, теща Павла, вот связала такие коврики. Спасибо огромное. Это что? Вот, народ, прибежали, как много. А мы уже заждались вас. Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо вам большое, что нашли время приехать. Так, вот это солнце мешает. Так тяжело снимать, когда солнце. Обязательно Лиля подъедет позже. Она сегодня, да, занята. Все, счастливо вам, спасибо. А я на подстраховке, да. Спасибо, спасибо, спасибо большое, большое, Павел. До свидания. Здравствуйте. Одеяло, одежда. Единственное, что отдали, то рулетка, там ошейники, большая рулетка. Вот. Это очень все что пригодится. Надо, да. Это пригодится, конечно. Да. Единственное, что вот эти комбинезоны, подушки, забирают чего перестирать. Отдали. Я, честно говоря, не скажу. То, что перед этим забирала. Перестирала все. А это... Спасибо вам большое за помощь. Да, причем девочка. Да. Опс. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое. Я пищу. Ой, боже, такую тяжесть. Держите. Спасибо большое. Все. Ура! Все. Спасибо большое. Вот. Все. Она новая. Это не пользованная ни разу. Нам всякие нужны. Все. Спасибо большое. Очень. Спасибо вам. Спасибо нам. Да. Все. Тимка же мой от вас приехал. Да? Да, я собачка у меня есть. 4 года. Замечательно, что вы не забываете приют. Да. Всего хорошего. Откуда ваш Тимка? Всего. До свидания. До свидания. Спасибо большое. До свидания. Ну, постепенно машина наполняется кормами для кошек, для щенков. Переноска. Переноска новая, да, подарили нам. А вот и Маша. Друзья, я, как и вы, помогаю приюту. Понятно, что у каждого из нас разные финансовые возможности. Но не, как сказать, не бойтесь помогать маленькой суммой или маленьким мешочком корма. Потому что если нас много, мы соберем целую машину корма и целую машину пеленок и других принадлежностей. Лекарств. Как, да. Лекарств для нашего корма. Поэтому да, вот у меня тоже сегодня, как мы говорим, у кого-то ремонт, у кого-то отпуск, у кого-то что-то. У меня ремонт в квартире, естественно, тоже стеснены во средствах. Но все равно можно изыскать возможность понемножечку, хоть понемножечку, но помогать приюту. Потому что помощь нужна всегда и любая. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, так, спасибо вам, что это вы нам привезли. А это возьмите в салон, да, фен Вали там сушить, малыши пригодится. Угу, спасибо большое. Все, в салон сейчас. Лиля приедет, мы будем все перегружать. Спасибо, спасибо большое. Большое за фен, да. Всего вам хорошего.
Нам бы еще машинку кто подарил. Машинку для стрижки кто подарил. А, нет, только... такого нет. Ну, хорошая нужна. Что есть? Спасибо большое. Спасибо. Денежки уже переведу на карту. Здравствуйте, да. Она уже в дороге. Чуть-чуть задерживается. Ой, как паршиво с солнцем снимать. Но зато погода шикарная. Спасибо вам большое за помощь. О, замечательно. Да уже оставляй все на полу. Уже чего? Не, банки, наверное, надо будет положить, а то они сейчас засыпятся. Ой, корм, корм. Корм нужен для щенков. Просто такое количество щенков. Их около 300. Целый детский садик в приюте. Поэтому корм очень нужен для щенков. А для больших, вы знаете, мы производим сами. Но все равно периодически нужен для тех, кто приболел. Кто приболел, конечно. Да, им нужен. Для тех, у кого зубок нету уже, старикашечки, которые доживают свою жизнь в приюте. Очень жаль, что многим так и не нашлось хозяина, не нашлось дома уютного. Спасибо большое. Спасибо вам большое, что вы всегда помогаете приюту. Ну, если не приедет, будем перекладывать по новой, утрамбовывать. У нас вот есть укладчик номер один сегодня. Здравствуйте, Галина. Здравствуйте. Подарками, как всегда, в заключении нашего, нашей встречи к концу. Да, немножко пораньше. Да, ну тогда надеемся, что еще кто-то придет. А, ну это замечательно. Ну, я обезьянка здесь. А мы Лилечку ждем. Ой. Спасибо. Вот, подожди, еще обезьянка. Честь хорошей погоды. Вот она. Да, сегодня прекрасная погода. Хорошо выглядите, как сегодня. Спасибо, нарядная. Спасибо. Для нас тоже всегда праздник. Сбор помощи для приюта. Да, да, так что спасибо вам. Да, уже. Ну, если перебрать, можно еще, конечно. Запихнуть, именно запихнуть. Вот это, вот это можно, это как его. Это нужно. Пеленки. Ну, да. Сейчас ага. Здравствуйте, наши дорогие. Это постельное белье. Осторожно, осторожно, машины. Сейчас отдельно еще я влажную масень купила, как вы просили. Специально ветеринарную. Ветеринарная? Да. А я даже не знала, что. Спасибо. Она всегда нужна, глазная мазь. Для кошек, да? А вообще они все равно что-то. Ну, собакам, собакам. Собакам. Пишу шприцы. Отдельный грибок. Давайте вот в этот пакет. Не, погребушки. Игрушки, шприцы. Спасибо. А, и еще две. Хорошо. Больше задач пока привезти не могу, все еще ходные. Я спасибо. Постепенно таскаю. Вот. Спасибо большое. Главное, чтобы все пригодилось. Да. Конечно. Все, что... все, и я все пригодится. Рада, что я вот нашла этот большой. Не сомневайтесь. Объем. У вас же там 2000 товарищей собачьих. Больше 3000. Я не могу. Я читаю чат, это просто... Ну, знаете, вы не расстраиваетесь, потому что они попали в хорошие руки. С улицы. И слава богу, да, слава богу, что даже если какой-то... Девочки, ну денег-то, сколько же надо денег на их содержание? Невероятное количество. Вы понимаете? Понимаете, мы, да. Мы, честно говоря, я-то не очень приличную сумму перевожу каждый месяц, но зато подбила свою богатую подругу, которая пятерку каждый месяц. Спасибо большое. Понимаете, спасибо вам, да. Надо нам побольше таких подруг. Очень мы любим собачек.
До встречи. Счастливо. Не расстраивайтесь. Вилок прибыли. Ой-ой-ой. Ничего страшного. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, здравствуйте, Вика. Мы рады вас видеть. И мы вас всегда рады видеть. Основные наши поставщики подстилок. Маша, так кидай, как попало. Все. Все, потом Лиля пойдет обратно. Лиля приедет. Лиля же приедет сейчас, приедет, мы все приедет. Перегрузим. Мы да, да. Нее. Она сказала, да. Чтобы я себя ни в чем не ограничиваю. Да, и я вам сказала так. Так, это ну, прям даже может не кладись, не класть, вот тяжело. Ага. Да, пусть стоит здесь. Ну вот, уже полная машина. Нет. Уже ждем Лилю. Ты все отсюда закрыл? Да, да. Ну вроде да. Попробуй открыть. А? Попробуй открыть. Сейчас. Нет. Так. Они додали что-то, да? Итак, мы на Киевском вокзале. Ждем подарки для приюта «Лохматая душа». В приюте уже более 3000 животных. Уезжает очень мало. В прошлом месяце уехало всего 12 собак и несколько кошек. А животных продолжают подкидывать. Мы уже боимся даже посчитать, перепись населения сделать. Я обращаюсь к вам за помощью. Приют нуждается в помощи каждый день, а помощь почему-то сильно упала. Ну, друзья, ну не пожалейте для них горсть корма. Собаки не должны голодать. Им же не объяснишь, подождите, у нас там дача, у нас там отпуск. Они хотят кушать каждый день. Ну, подкрепите, пожалуйста, свой комментарий любой посильной для вас суммой. Спасибо всем, кто с нами. Лиля, мы тебя уже ждем с нетерпением. Машина загружена по уши. Уже собираем на полу. А Машке вот плюшка досталась. Перекус. Да. Водичку тебе оставили. Да. Минеральную. Вот наша Лиля приехала. Почему? Это твои проблемы. Мне главное, мне отчет нужен. А вот девочки приехали за котенком, за кошечкой. Да, ждем, очень ждем. Да. Нету зима, да. С Киевского вокзала уехал замечательный кот Беляш. Ему 7 лет. Но, к сожалению, съемки, передачи его в руки новой семьи нечаянно стерла. Извините. Здравствуйте, дорогие девушки. А я постою, я даже не думаю, что... Котеночек, это что, за ним приехали еще один? Да. Едет домой. Боже, какое счастье. Я готова здесь круглосуточно жить и снимать, как забирают животных. Мася маленькая такая, солнце ему. А он там пил или что, а то вот? Ну, потерпит до дома. Он ел, пил, когда уезжал, конечно, угу. Но потерпит. Да, по дороге нельзя не кормить, не поить. Ну да, ну вроде ничего. Он кричал сначала, потом вроде успокоился. Ой, Тимьяш, сладкий какой. А симпатичный расцветка. Вот когда да. Эти. Вот, да, да, да. Да, да. Пятнами такими расцветками. Ой, ты у нас красавец какой. Тигр, тигр будет маленький, тигр? Домашний. Ой, да, мальчик. Ой. Так, ну что, друзья, я приехала в приют. Сегодня у нас Вика стояла. Я перегрузила. Ой, все у Вики. Баха, поднимай скорее. Перегрузила все у Вики, значит, чтобы Вики не ехать лишний раз. Все. Вот, спасибо всем огромное. Всех ждем через месяц, теперь на Киевском.